Это был огромный, розоватый, скользкий организм, который еще и нервно двигался, так семья с детьми описала свою необычную находку на побережье в Новой Зеландии, неподалеку от города Окленд. Проходящие мимо отдыхающие столкнулись с загадочной желеобразной массой. Если бы она находилась далеко от воды, можно было бы подумать о космическом инопланетном существе, заблудившемся на Земле. Однако после небольшого опроса окружающих выяснилось, что перед ними огромная медуза. Но не просто огромная это оказалась самая большая из известных волосистых цианей. Эти морские создания имеют купол диаметром до 2 метров, а их щупальца могут протягиваться на 20 метров. Они предпочитают обитать в холодных водах Арктики и Тихого океана, зафиксированная максимальная длина щупалец этого вида медузы составляла 36 метров. Обычно эти розовые гиганты не приближаются к берегу. И как им приблизиться, если за ними тянется 20-метровый шлейф? Они плывут по течению, управляемые ленивыми сокращениями своих длинных щупалец, периодически сталкиваясь с потенциальной добычей. В их диете планктон, мелкие рыбы, ракообразные и даже другие медузы, так как цианей являются хищниками-каннибалами. По всей видимости, выброшенную на пляж медузу поразила какая-то болезнь, из-за которой она и оказалась на берегу. Контакт с таким существом может вызвать жжение и сыпь, но при должном уходе заживление происходит быстро и без последствий. Важно отметить, что эти медузы не представляют угрозы для человека. На самом деле именно люди часто оказываются опасными для медуз и других морских обитателей. Если вам понравилась история, подпишитесь на канал ⁇ Всем добра любите животных ⁇